the shelter in the middle of a roundabout. Pretty nurses selling coffee. Я вот решил, Джон, привет, нормально дела, ну мы же созванивались, ты знаешь, что ты спрашиваешь. Едем с русского вейпа, сегодня первый день был, а вот, кстати, ну-ка дай-ка я их покажу, притормози, что они тут делают. 400 рублей, ёпта. Сколько? Почем, почем? Нет, дорого, 300. Да и дарить некому. Тебе обойдешься. Так, привет из Сочи, привет из Молдовы. 432 человека. Это популярность, это успех. Ребята, друзья, уважаемые, напишите, а типа эфир в Инстаграме, он сохраняется куда-то? Да, или... можно? Можно, но если не сохраняется. Не нужно. Смоки на ноге на колах. Что? Присылай фотку, выложим ее. Зачем очки? Секрет. 89. Салам с Узбекистана. Привет, Узбекистан. Привет, Ижевск. Салютую всем нашим людям. 551 человек. Нужны какие-то скандальные подробности, чтобы народ прибавлялся. Я не знаю, что рассказать. Что интересно? Что интересно, буду отвечать, пока мы едем. У нас тут просто такой трек. Сколько еще ехать? Ну, дофига, да? Радио Шансон. Нет, радио Джаз. Скоро. Салют из Питера. Питер. Питер, привет. Скучаю. Всегда скучаю. Салам из Павлодара. Привет, Павлодар. Что в плеере? У нас радио джаз играет. Я попросил выключить мое любимое радио шансон и включить радио джаз. Чтобы все прилично казалось. Очки. Лицо из Санкт-Петербурга. И джаз. И парадная. Мигалки выруби. Выруби мигалки. Я выключу. Спасибо. Краснодар, привет. Слушайте, пробки, конечно, лютые. Ладно, давайте поговорим, что ли, про наши планы. Планы у нас грандиозные. Планы у нас... Пишу новый альбом. Очень классно получается. То есть, вообще... Думаю, вам понравится. Новый материал просто сладенький. Кто родом, кто рядом, покажи. Нельзя таких людей показывать. Такие лица. Из Башкирии. Привет, привет в Башкирию. 30, кстати, апреля будем в Казани. Есть кто-нибудь из Казани? 30 апреля подтягивайтесь. Будем новые треки читать, старые треки. Короче, будем веселиться по полной. Шымкент, привет. КЗ сегодня прям на связи. Круто. Спой что-нибудь. Есть биток какой-нибудь? Зачитай что-нибудь. На радио. Понятно. Не, в натуре есть биты какие-нибудь? Битов нет, зачитывать, к сожалению, сегодня не буду. Да я так, на самом деле, просто скучно в пробку было, вышел, думаю, дай почитаю, что люди пишут. Ага, Абрамова продакшн приедет, с Ростова привет, привет. Злой дизайн. Смоки, у тебя есть девушка? Это зачем тебе знать? Парень. Да не дай бог, такое счастье. Русский вейп завтра в Москве будет проходить. Сегодня был первый день, завтра второй день. Никита, привет. Это уже люди между собой в комментах, что ли, общаются? А, да, есть. Сейчас покажу. Так, ты в кадр попал. Мы, блядь, удаляй быстрее. Вот, короче, один из вкусов, Royal Dog.
жидкость для вейпинга. Не реклама, просто факт. Это, кстати, новый дизайн, под выставку специально делали. Завтра выходит новый клип. Но это будет клип не с Моки Мо, не с альбома, ничего. Это будет... Есть такой проект, называется Bad Zoo. Мне очень нравится. И там это электронная музыка. И мы сняли кое-что интересное. Мы кое-что сняли интересное для этого проекта и совместили это с Royal Dogs, с новым брендом. Клип получился вообще очень крутой, и я надеюсь, вы зацените, приколитесь. Да. Вот. Отправьте в США. В США я на самом деле не занимаюсь отправками, я не знаю, наверное, в США можно как-то отправить. Так, что? Обидно, что ухожу в армию, приезжаю в Казань. В армию. Дымный Мо. Привет с Донбасса. Прикуритесь. Адыгея смотрит. Адыгея, салют. Что? А вот ворота вам сейчас покажу. Красиво, да? Красотень. Ладно, все, поедем дальше. Вопросы вы никакие не задаете, только приветы. Беларусь, привет. А вот у нас, кстати, афишки. Светанем афишки. Елка и Васин концерт. Митинг или что это, я не понимаю. Почему так много народа? А, они какой-то транспорт. Митинг. Так, кто тут? Привет с Риги. Привет, Рига. Диджей Швед. Илюха, привет. Давно не виделись с тобой. Не слышались. Кем хочешь записать фит? Ну, на самом деле, нет такого какого-то желания, с кем записать фит, с кем запишу. Посмотрим. На самом деле, кайф записывать на студии. Ну, вот по интернету что-то записывать не очень интересно. Если пишем на студии, есть такая студийная движуха, это прикольно. Когда в Ростов солнце. Неприятно, конечно, мне солнце называют. В Ростов обязательно приедем и с Гуфом в старом стиле. Кстати говоря, с Гуфом было бы интересно сделать что-то новое. Поэтому если, ну, увидите Гуфа, я его давно не видел, вы его подначиваете, чтобы он это со мной сделал совместно. Шучу, на самом деле, я ему уже написал, он не против. Я не знаю, когда это случится и как это случится, но я думаю, что все возможно. С Гуфом было бы интересно, почему нет? С кем-то из Питера, из старой тусы тоже интересно было бы сделать. С кем-то из новых интересно, вообще все интересно. Как ты смотришь на то, что Гуф наркоман? Это осторожно, не надо в прямом эфире аварий показывать. А, слушайте, по поводу того, чем люди занимаются, это их личное дело, я никому в жизнь не лезу, если кто-то употребляет или что-то делает, это не мое дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Бамблбизи. Видел Бамблбизи недавно в клубе, кстати, заезжал. Он там был. Блин, неудобно, вот сейчас бы вот сюда вот так бы присобачить бы, я бы нормально мог бы снимать. Надо эту присоску. Лучше нашей фотографироваться на фоне раритет. Не так часто покидающий краш. Ага, ой, чё не палаты сказал, чё не грустно. Тихо, мы же усилим, всем доругаешься. Я посмотрел, как у нас самолёт летит, блядь, летом. Мы же позитивные, ты что? Мы на дороге ведем себя тихо и всех пропускаем. Чего ты, блин, ржешь? Больше позитива, позитивных вибраций, прямой эфир. Ну ладно, скажу, что за ухо. Как ты смотришь на то, чтобы сделать совместку с андеграундом рэпером? Нормально, почему нет? Так, вот у нас, кстати, и... Нет. Ребят, всем рад был выйти в эфир. Спасибо всем, кто писал. Завтра еще постараюсь выйти в эфир с выставки. И, в общем, всех обнял, всех целую. Обнимаю, люблю, пока.